Раннее утро. Бригада рабочих уже на объекте. Задача на сегодня – опоры электропередач. Необходимо очистить их от листовок и объявлений, промыть специальным шампунем и нанести свежий слой краски. Несмотря на то, что довольно-таки сложная обстановка сложилась, мы работаем в штатном режиме, приводим город к встрече весенних праздников после зимы. Этим не ограничатся. В рамках месячника по благоустройству коммунальные службы планируют привести в порядок газоны, памятники, отремонтировать урны и лавочки в парках и скверах. Кроме этого, службы заняты ремонтом дорог. Латают асфальт, меняют дорожную инфраструктуру. Например, на пересечении Ленинградского шоссе и Маяковской улицы уже заменили несколько метров поврежденного ограждения. Работы по благоустройству продлятся до 30 апреля включительно. Праздник труда город встретит обновленным и ухоженным. Нина Бережная, Александр Сергеев, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.